Как всегда, рада приветствовать всех гостей моего кулинарного канала и от души хочу поделиться с вами очередным рецептом очень вкусного блюда. Сегодня я буду готовить кордон блю. Это куриная грудка, внутри ветчина и сыр. Очень вкусно, вся наша семья их обожает. Для начала нам понадобится 3 куриных филе. Друзья, как всегда, все количество ингредиентов я напишу в описании под видео. Берем куриное филе и разрезаем его вдоль на 2 части. Так как я использую 3 куриных филе, у меня получилось 6 вот таких вот кусочков. Кстати, друзья, такое блюдо нужно готовить побольше. Можно его отправлять в морозилочку, и когда у вас не хватает времени, достаете с морозилочки, на 15 минут в духовочку отправили, и блюдо готово. А гарнир к ним подойдет любой. Так, разрезали все 3 филе. Теперь накрываем пищевой пленочкой и совсем слегка простукиваем его молоточком. После того, как филе мы отбили немного молоточком, посолим по вкусу, хорошо втираем в мясо соль. Теперь немного поперчим черным молотым перцем. На самом деле приправы можете брать любые, по вашему вкусу. Сверху я еще немного присыпала приправой курицы. Также хорошо втираем приправы в мясо и оставим мариноваться минут на 15. Пока наше мясо маринуется, нарезаем сыр. Сыр также можете любой взять по вашему вкусу, но он должен хорошо плавиться. Теперь приготовим панировку. В одну тарелочку я насыпала панировочные сухари. У меня они домашние. Во вторую взбиваем 2 куриных яйца. Теперь берем куриное филе, сверху кладем сыр, ветчину, можно еще кусочек сыра добавить и заворачиваем в рулетик. Да, друзья, нам понадобится еще одна тарелочка с мукой. Туда я добавила паприки, столовую ложку. Хорошо обмакиваем в муке наш рулетик, затем в яйце и в панировочных сухарях. Главное панировку делать обильно, чтобы сыр потом при нагревании не вытекал. Таким образом мы подготавливаем все рулетики и выкладываем на разделочную доску. Также у меня осталось немного ветчины, я в нее завернула сыр и запанировала. Теперь в сковороду наливаем немного растительного масла, нагреваем хорошо сковороду и выкладываем наши рулетики обжариваться. Друзья, это такое непередаваемое объедение, я просто уверена, вам всем понравится. Готовится несложно, но съедается очень-очень быстро. Накрываем наши рулетики крышечкой и жарим на среднем огне 8-10 минут. После того, как наши рулетики обрели с одной стороны золотистый цвет, переворачиваем их на вторую сторону. Со второй стороны также обжариваем до золотистого цвета, примерно тоже 8-10 минут. Сковороду прикрываем крышечкой. Куриное мясо является диетическим, но так как в рулетиках кордон блю присутствует еще сыр и ветчина, они получаются довольно-таки сытными. Ароматы по кухне разносятся неимоверные. Куриное филе получается очень сочное, а еще и сыр, когда расплавится, как вкусно, друзья, получается. Кордон блю, конечно же, нужно кушать в горячем виде или хотя бы в разогретом, чтобы сырок наш хорошо расплавился. Теперь еще обжарю рулетики с ветчиной. Они также получаются неимоверно вкусные. Посмотрите только, какая красота получилась. Жаль только, что аромат невозможно передать через экран. Друзья, обязательно попробуйте приготовить кордон блю по этому рецепту. Ну и конечно же, если вам понравится, обязательно поделитесь этим рецептом с вашими друзьями и с вашими близкими. От души благодарю вас за вашу поддержку, за ваши добрые комментарии, ваши лайки. Благодаря вашим лайкам и комментариям еще больше людей смогут увидеть мои рецепты.
всем, друзья, приятного аппетита и приятного просмотра. Ну а я на этом буду заканчивать свой видеоролик. До скорых встреч в новых видеороликах. Всем пока, друзья. Подписывайтесь, кто не подписался. И не забывайте нажимать на колокольчик.